Ну что ж, народ, всем привет, с вами Оксида. Сегодня мы продолжаем с вами делать хэллоуинский цикл по игре The Path, Тропа Страшной Сказки. В прошлой части мы очень долго бродили по лесу девочкой, которая стояла слева. Теперь же, как мы видим, ее нету. Да, эта героиня пропала, что с ней стало, так и не ясно. Такое, у меня создалось такое впечатление, что будто ее убили. Вот честно, потому что финал прошлого ролика меня как-то довольно-таки так напугало, я даже сказала. Какой-то там вообще уже в конце психодел пошел, когда мы прибыли домой к бабушке. Ну да ладно, давайте мы с вами будем играть Алисой, вот этой вот девочкой с кроликом. Ну да, Алиса в стране чудес практически. Tale of Tales представляет очередной раз. Мы тоже уже представляем, что это за игра. По-своему, она интересна, на мой взгляд. Она необычная. Даже не знаю, просто необычна своим геймплеем и постановкой сюжета, что ли. Потому что, на мой взгляд, здесь ты поначалу вообще не понимаешь, что вокруг творится. Возможно, если мы пройдем, я, наверное, уже говорила об этом в предыдущем эпизоде, если мы пройдем данную историю за всех девочек, возможно, мы что-то поймем. Но, как мы можем заметить, каждая из этих героинь имеет свой собственный характер. Вот, допустим, та, Ада Вонг, за которую мы играли в первой части данного летсплея, была такой, знаете, ягозой, она вечно куда-то хотела залезть, там лазила все время на дерево, там не сидела на месте, скажем так. Отлично. Мы нашли очередной цветочек, я правда не знаю, зачем они нам тут нужны. Вот я смотрю, вон значок есть, типа, цветочек еще где-то должен быть. Ну давайте походим, посмотрим, где мы тут еще эти цветочки можем найти. Нам для чего-то, видимо, их нужно собирать, просто пока я, честно говоря, не понимаю для чего. Мне нравится у нее платьице. Сарафанчик такой какой-то, знаете. Где-то тут должны быть цветы. Непонятно где, но должны быть. Ну, судя по всему, вот по экрану, если судить по монитору, то он там есть, стоит. Значок, показывающий, что где-то тут то ли цветочное поле, то ли еще что-то, не знаю. Так, что тут у нас? Это ванная. Так, вот здесь вот мы рисовали в прошлый раз. Это я очень хорошо помню. Я думаю, это-то нам не нужно здесь. Ты будешь подходить? Ну давай, подходи. Такая прям скромненькая девочка. Все едино. Атомы, из которых я состою, отталкиваются друг от друга и двигаются в пространстве. Какая-то умная, правда? Деревья, облака. Мы одно целое. Ну, свой особый философский подтекст, я бы даже сказала. Ладно, пошлите опять искать цветы. Я так понимаю, нам нужно все-таки посматривать иногда на экран и вообще как бы ориентироваться по этим подсказкам, потому что иначе, я так понимаю, мы вообще отсюда не выберемся. Так, мы опять вышли на это поле с пугалом. Чё мы тут должны найти-то? Гармония природы. Музыка цветка. Цвет, рожденный тьмой. Ничего дурного не существует. Надеюсь. Хотя на свете очень много дурных людей.
Сейчас она что-то подберет, что ли? Цветочек. Ну, мы же уже находили этот цветочек. Ну, не знаю. Ладно, окей. Эти цветы непременно понравятся бабушке. Мы уже набрали там сколько? 24 цветка. Мы что, зря их собирали? Ну, посмотрим, ладно. Может быть, это нам поможет. А там у нас что такое светится? Там эти цветы. Я так понимаю, это обозначено цветочное поле, на котором мы только что были. Теперь он, оно сзади нас. Этот. Не, в нижней части экрана этот стоит. Символ. Так. Это что у нас? Кладбище. Круг жизни и смерти не имеет ни начала, ни конца. Ну, с какой-то стороны, наверное, да. Давай ты пойдешь вот сюда, что ли. Давайте подойдем, может быть, мы здесь сможем что-то взять. О, точно, черепушка. Я помню, что здесь отображалась она, эта девочка. Правильно, да, закопаю его. Все правильно. Ага, отлично. Плоть обретает приют в земле, а душа возносится в небо. Ну, я смотрю, она такая девчонка-то с довольно интересным видением мира. Ну, долго ты еще копать туда будешь? Так, а что это там внизу? Птичка какая-то, что ли? Ребят, нам надо какой-то птичке теперь идти, я так понимаю. А, вот она с той стороны. Ну, пойдемте, ладно. Ну, и что? Ты долго будешь копать-то? Она у меня вообще никак не двигается, ребят. Слава богу. Слава богу. Давай. Так, ну здесь, я так понимаю, нам больше уже ничего не надо. К этому дереву мы уже тут подходили как-то. Ты тут что валяется? Это птица тут должна быть. Довольно интересного цвета у нее яйца. Чего там? Где-то там было обозначение этой птички. Ладно, пойдемте, может быть, ее поищем. А так, по пути, я думаю, еще найдем какие-нибудь предметы. Хотя, я не знаю, по-моему, в прошлый раз, бегая по этой карте, я тут нашла все, что можно вообще. Да, по-моему, к птице я бегу в верном направлении. Там был какой-то незаметный такой значок вверху экрана, поближе к правой стороне. Ну ладно, хорошо. Ну ладно. Вообще, мне бы было стрёмно бегать по этому лесу одной. Честно. А тут еще маленькая девочка. Которую, я не знаю, от сил, наверное, лет 12. Где тут эта птица, может быть? Не вижу обозначения. Ну, ладно. Не. Такие игры с первого раза не проходятся нормально. Это точно. Ну что ж, будем опять же таки ходить, бродить. Собирать цветочки. Вон их сколько тут. Ну, давай, иди, бери. Не застревай, я тебя умоляю, пожалуйста. Не, саундтрек, конечно, очень, очень
позитивный, хороший прям. Мне очень нравится. Так, блин, там опять это, по-моему, то ли кладбище, то ли поле, на котором мы были. Еще один цветочек. А, вон, все, вижу изображение птички в нижнем углу. Так, блин. В эту рамку еще надо кучу цветочков найти. Ладно. Давай, иди, бери этот цветок и побежали в обратную сторону. А там, по-моему, ребят, у нас озеро, которое я искала в прошлой части. Там опять девка в белом. Я не знаю символизма ее на самом деле. Мне кажется, это какой-то антипод той, которую мы встретили в прошлой серии. То есть та как бы творит зло, а этот наоборот добро, потому что если мы к ней подбежим, она будет нас стараться вводить на дорогу. Да, уводить на дорогу, чтобы мы, знаете, это, не сбились с пути вроде как. И так к бабушке дошли. Так, ну и чё? Ничего нету? Не, есть цветочек. Давай. Очередной цветочек в нашу коллекцию. И опять в нижнем углу у меня эта птичка. Я просто, честно говоря, уже не знаю даже куда бежать. Я так понимаю, теперь надо вон куда-то туда. Ну, давайте попробуем туда. Что нам еще остается? Мне просто... У меня, конечно, нет цели там, допустим, все тут пройти успешно, но все-таки, знаете, хочется постараться, чтобы все как-то это было более-менее по-человечески. И чтобы мы увидели нормальную концовку. Если тут, конечно, есть какая-то нормальная концовка всей этой эпопеи. Вижу скопление деревьев. Хотя, блин, это лес. Здесь везде скопление деревьев. Так, а что у нас тут есть? У нас есть... Блин, а у меня же уже есть эта дохлая птица. Нафига мне еще ее брать? Цветочек для бабушки. Ну ладно, окей. Мне просто интересно, почему тогда у нас оно все высвечивается. Он что-то, по-моему, есть там впереди. А, ладно, пофиг. В этой игре не стоит задавать лишних вопросов, а просто надо бегать и что-то искать. Почему наши главные герои не могут долго бежать? Мне как бы возникает этот вопрос все время. Блин, опять эта долбанная птица почему-то находится позади меня каким-то образом. Я не понимаю, как мне ее искать. Куда мне вообще идти? Сейчас мы... Вот пройдем пару шагов и опять будем видеть ее изображение ниже. Ну, окей. Чем мы тут видим? Чем мы тут найдем? Не, птичка больше не отображается. Вообще нигде не отображается. Ну ладно, мне же лучше. Не буду хотя бы по 100-500 раз бегать по одному и тому же месту. Ну я так думаю. Я тут помню, мы с вами, ребят, еще колодец находили. Так, мы опять выбежали к ванной. Там, значит, будет кладбище у нас. Ну да, побежим прямо. Нафига нам еще лишний раз на кладбище заходить? Это же вообще печаль на кладбище-то быть. Так, а там у нас что?
светится опять. Блин, вот долбанная птица. Какого фига ты мне все возникаешь там где-то? Мне надо куда-то наверх, что ли, посмотреть, чтобы тебя найти, или что? Блин, она мне покоя не дает, эта птица. Нет, беги ты мимо этой ванной. Нечего тебе там делать. Ну и? Ну? И что? Что? Ага, по-моему, я бегу в верном направлении. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Знаете, искать дохлых птичек — это дело этого агента из Кондемта, Итана Томаса, или как его там звали, я не помню. Вот, он там периодически собирался в сумку дохлых птиц. Потом ачивки там открывались всякие. Хотя, честно говоря, я никогда не видела в этом особого смысла. Но нашла, и слава богу. Так, на экране появились какие-то птичьи следы. По-моему, это хороший знак. Это значит, что я, наверное, правильно бегу. Ой, что-то так резко развернулось-то. И какие-то лапы появились. Вот это уже, наверное, нехорошо, да? Сейчас мы тут найдем какого-нибудь волка, наверное. Не знаю, правда, как он там должен выглядеть. Здесь, во всяком случае, вот у этой героини. Так, блин, я пробежала опять птицу. Какого фига? Так, я... Куда я вышла? Я вышла к озеру. Отлично. Смотрим ролик. Отлично. Интересный поворот сюжета. А, то есть, привет, славное облако. Вот она тебя как поприветствовала. Что-то тут как-то дождливо, ребят. Неохота мне туда идти, потому что я чувствую, если мы поплывем на этой лодке, то игра закончится. Ну, во всяком случае, в прошлый раз все так именно и произошло. Я подошла к той девице, в итоге-то. Они там вместе с нашей Адой начали плясать и валяться на полянке. И все, и на этом игра закончилась. Но, правда, видимо, я нашла нужное количество предметов, которые мне нужно было найти. Еще, знаете, какие-то же ведь еще предметы наша вот эта главная героиня должна была бы найти. А почему я так в этом уверена? Да, потому что, если мы помним, в первом эпизоде мы, по-моему, к чему-то еще подбегали, где изображалось лицо, ну, образ этой вот героини. Я так понимаю, что если мы подбегаем к каким-то предметам, и у нас появляется там изображение какой-то другой из девушек, сидящих в комнате, то это значит, что они должны будут найти этот предмет и что-то с ним сделать. Ну, скорее всего. Чисто интуитивно. Ну, вот так вот, если. Хотя, блин, эта игра для меня загадка. Вот так вот, если понять. Я ее как бы взялась проходить только потому, что мне интересно узнать, что же тут вообще, какой тут есть, может, скрытый смысл. Вообще, как бы проверить себя. Может быть, даже на сообразительность в определенном роде. Хотя, судя по первой части, там такая, конечно, была сообразительность, что я просто офигела записывать столько времени,
столько времени угрохать. Ну, что делать? Так, давай собери еще цветочек. Двадцать девять из 144. Блин, интересно, мы вообще найдем все цветы здесь. Ну, я смотрю, птица появляется у нас вот где-то там, что ли. Не-не-не-не, отстань от меня, отстань, отстань, иди. Чё ты ко мне пришла, отстань. Пошла вон. Я не хочу, чтобы ты меня уводил на дорогу, тогда гейм фейлд будет. Просто фейл будет. Что я помню, если эта девчонка нас выведет на дорогу, и мы придем вот так просто к дому бабушки, то... игра закончится не так, как надо. Так, ну, блин, вот у меня эта птичка отображалась только что в верхней части экрана, а теперь ее тут нету. Я не знаю, может, я мимо пробегаю просто где-то. Но полюбасу мы ее должны, наверное, забрать. Хотя, в принципе, в инвентаре она у меня уже есть, потому что я ее, наверное, находил вчера. Ой, вчера. Я уже заговариваюсь в предыдущем эпизоде, ребят. В предыдущем. Лес чудес, блин. Просто лес чудес. Ох. Ну что? Что происходит на экране? По-моему, какая-то жесть. Ну, не совсем, наверное, но близко к тому. Очень близко к тому. Мы довольно-таки резко как-то перемещаемся, потому что здесь вот реально, народ, я сначала бежала вперед, потом я побежала обратно к озеру. Я должна была, наверное, сейчас выйти к озеру. Где вы видите тут озеро? Здесь опять стоит эта стена, на которой рисовали. И там где-нибудь будет очередная какое-нибудь поле с пугалом. Ну, давай. Давай не будем блуждать, пожалуйста. О! Это что у нас такое? Сундучок. Давай подойдем к сундучку. Будешь подходить к сундучку? Будешь что-нибудь убирать из него? Ты не хочешь брать сундучок? Ну, видимо, это не для нашей героини. Этот сундук предназначен. Скорее всего. И птица опять появилась у меня в нижней части экрана, блин. Вы задолбали. Ладно, пойдемте собирать еще. По-моему, я еще где-то видела, вон точно. Хотя, в принципе, вот этот вот готический такой стиль, ну, в каком-то роде, потому что все выполнено, одежда там, комнаты, интерьер комнаты выполнен в таком черно-красном, в черно-красных оттенках, вернее, цветах. И еще раз повторюсь, музыка просто, на мой взгляд, отличная, просто отличная. Так, мы сейчас опять выйдем к кладбищу. Сейчас, ребят. Ага. В общем, нам надо от кладбища еще куда-то побежать. Пойдемте вот так вот, что ли. Пойдемте вот так посмотрим. Ну, если не найдем, тогда я буду возвращаться потихоньку к озеру.
Если я, конечно, его найду, господи. Потому что такое ощущение, что меня просто телепортирует из одного конца карты в другой. Хотя да, если вы, я так понимаю, здесь выходим за пределы карты, то мы попадаем просто в другой ее конец и, считай, пробегаем просто мимо. Так, ну вот я поставила... Нет. Вот. Не-не-не. Развернись, пожалуйста, сюда. И побежали сюда. Потому что, я так понимаю, нам особо-то в кладбище углубляться не стоит. Как я сказала, довольно печально. Печальное местечко. Такое ощущение, что у них, правда, кто-то умер. Или бабушка при смерти. Ну, как бы, я не знаю, других вариантов у меня нету. Ну, и что? Так, ну я бегу в правильном направлении, потому что... Птичка впереди меня находится, да. И, по-моему, это прекрасно. Потому что я задолбался ее искать. Честно. Хотя я думаю, что это нужный предмет. Если бы он был не нужен, ребят, то бы я бы за ним, наверное, не гонялся. Зачем он мне? Вообще в этой игре много чего непонятного. Слишком много непонятного. И то, я думаю, если мы ее с вами пройдем, ребят, до конца, то многого не поймем. Очень многого. Так, блин, какого хрена ты уже оказалась где-то сзади? Сейчас. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Видимо, она сидит где-то на дереве, что ли. Ну, у меня создается впечатление. Ну ладно. Блин, уже сзади. Я очень плохо ориентируюсь по этой карте. Серьезно. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю. Правда. Может, у меня интеллекта не хватает. Просто-напросто. Чтобы это понять. Все, может быть? Ну, я так понимаю, это как... Вот она где-то должна быть здесь, но ее нету. Ребят, серьезно, ее просто тупо нету. Вон, теперь она оказывается с этой стороны. Я ее поворачиваю сюда. И она оказывается вот здесь. Сейчас вот я побегу, и она окажется с этой стороны. Значит, я иду не в том направлении, получается. Теперь она внизу, блин, все, ты меня задолбала, птица. Пойду я отсюда. Хотя, мне кажется, это неправильно. Вот сейчас я ее специально искать не буду и найду. Так обычно и бывает. Какие мы еще там в прошлый раз предметы находили? По-моему, шприц. А, что тут еще? Это радио какое-то, что ли? Ботинка, я помню, мы находили. Да, перо это точно. В коллекцию она там все находила. Не помню, откуда у нас этот бриллиант. Ну ладно. Или что это? Давайте уже, наверное, будем, может, двигаться к озеру. Может быть, нам стоит его, знаете, обойти со всех сторон, как бы. Mm.
И что? Почему зависаешь? Не надо зависать. Тут и так тошно. Бежим отсюда, бежим. Нефиг нам тут делать. Куда я опять вышла? Ах, это поле. Ну да, теперь мы еще хрен найдем это озеро. Серьезно. Или больше я что-то ничего не вижу. У меня как бы создается впечатление, что, возможно, здесь у этих девчонок была какая-то то ли родственница, ну, не знаю, либо близкий им человек, подруга там, я не знаю, кто-то, который умер, причем, по-моему, скорее всего, в результате несчастного случая, потому что, если мы помним, мы в прошлой части, ребят, с вами находили машину ржавую, скорее всего, была какая-то авария, что ли. Ну, возможно, как бы это мои только предположения и догадки по этому поводу. Так, ну вот оно, по-моему, озеро, нет? Или это не озеро, или это что это вообще такое? Что это за... О, блин, уйди от меня, девка, уйди. Не хочу с тобой говорить. Уйди. Куда я вышла-то? Ну, чё? Блин, какое же это стрёмное облако-то, ребята! Ну ладно, давайте походим под дождиком, что ли, посмотрим, что там около этого озера творится. Если наша героиня бегать не хочет. У меня такое ощущение, что дождик идет только у нас над башкой. Серьезно. Потому что здесь больше нигде нет дождя. И это облако, по-моему, просто следует за нами. Вот мы сейчас подождем. Такая миленькая девочка. Прям божий одуванчик, я бы сказала. Что у нас вот здесь? Ну ладно. Сейчас, по-моему, какое-то болото. Тут уже какой-то шторм просто. Блин, что-то так это... Погода какая-то плохая стала. Где-то тут должна быть лодка, на которую мы должны сесть. Не так ли? Пойдемте сядем, посмотрим, что из этого у нас тут произойдет. Может, нас довезут куда-нибудь. Если так. Вообще можно. Если нас кто-то может отсюда куда-то увезти. Где-то озеро, боже мой. Его вон обойти можно. Ну, где лодка? Или это просто фантазия с этой лодкой? Так-то ты купаться не будешь, да? Ну да, не стоит, тут какая-то вода мутная. Вот она, эта лодка. Ладно, пойдемте садиться, посмотрим. Ну, давай, иди. Присаживайся и греби. Да, ролик. Интересно, интересно. Если это облако славное, то какого фига оно нас поливает? Куда-то плывем. Ну ладно. Я надеюсь, это не
озеро Лохнесс. Вообще, кто тут эту лодку оставил? Что-то у меня игра подвисла. А вот и облако. Какое-то странное облако, я даже так хочу сказать. Чё это с ним? Простите. И что? По-моему, у нашего облака есть ноги. А это точно облако? По-моему, это какой-то человек, окутанный туманом. О-о-о! Какой-то кровавый человек. Зря мы сели в эту лодку. Я вам, ребят, реально скажу, у меня даже глаз дернулся. Серьезно. Я, ну, никак не ожидала увидеть такое на экране. Ну, ладно. И опять мы оказываемся под дождем и валяющимися на земле. У меня такое ощущение, что тут, знаете, как 10 негритят, только нас тут 6, и каждую по очереди убивают. Ну, судя по всему, потому что у меня такое ощущение, что мы оказываемся в каком-то вообще параллельном мире. Ой, простите. Ну, я думаю, мы еще долго будем двигаться такими темпами. Ну, я, конечно, понимаю, все устали. Нельзя чуть побыстрее. Тут, видимо, кроме скорости совсем медленно, больше никаких и нету. Наверное, стоять и совсем медленно. Вот, точно. Другого не дано. Третьего. Ну, а дальше ты иди сама. Дальше она уже, ребят, сама идет. Ну и ладно, пускай идет. Интересно, что на этот раз мы в этом доме чудес увидим. В прошлый раз какой-то вообще психодел был, я честно вам признаюсь. Мы уменьшились, ходили через какие-то мелкие двери. Потом нас еще, по-моему, прибили. Пошли какие-то картинки. Ужас вообще, короче говоря. Ну ладно, посмотрим. Я надеюсь, что я сделал все правильно. Хотя, все-таки птицу, наверное, надо найти. Но я задолбался ее искать. Моего терпения уже не хватило. Комната, мне кажется, как-то поменялась. Как-то стрёмно. Ты прошла сквозь вентилятор. Это довольно интересно. Мы опять поднимаемся наверх, что ли? Ну давай, иди, что ли. Тут довольно интересная система подъема, ребят. Тут как бы она никуда не ступает, ни в какие стороны. Просто надо все время давить на стик периодически. Так, это что такое? Мы зашли в туалет. О! Какой большой туалет оказался. Сколько тут кабинок? Зачем бабуле столько кабинок дома? Она ж одна живет, я так понимаю. Из чего? Какой-то, ребят, белый шум впереди только, и все. Мы только к нему как-то приближаемся, и мне, честно говоря, стрёмно. Боже. Что это?
Что творится? Там кто-то полетел? Господи. Летающая мебель. Боже. Нас опять убили, что ли? Потому что я, признаюсь честно, я вздрогнула от этого дыдыщ. Нас убила, наверное, полка для книжек или там... Сервант. Собран предмет войны 6, открытая комната 1 из 3. Пройдено 2550 метров. Встреча с волком состоялась. Успех. Супер, ребят. Это же какой-то кошмар. Вы нашли озеро туманов. Пипец. Я очень рада, что я его нашла. Видите, оказывается, надо было найти 6 предметов. А я об этом не знала. Ну да ладно, ребят. Мы прошли еще за одну героиню данную игру. В следующей части будем играть вот за ту девушку с телефоном. Надеюсь, что вам понравился данный эпизод в моем хэллоуинском цикле летсплеев. Ждите следующего эпизода. Всем удачи. Спасибо за просмотр. С вами была Ксида. Еще раз удачи.